Всем привет, друзья! В сегодняшнем ролике мы поговорим о абсолютно новом блокчейн-проекте, который называется BlobFlow. Суть этого проекта состоит в том, что BlobFlow попытается полностью изменить рынок стабильных монет или же стейблкоинов за счет того, что полностью их децентрализирует, а также создаст абсолютно новое решение, которое поможет полностью избежать волатильности ваших криптовалют. А также в будущем BlobFlow планирует полностью заменить фиатные валюты, тем самым и изменить всю банковскую систему. Что же такое Blob? По сути дела, Blob – это корзина, состоящая из определенного ряда стейблкоинов. То есть это совокупность самых популярных и стабильных в данный момент стейблкоинов, которые объединены все в один актив, который и называется Blob. Блобами могут быть абсолютно любые валюты: Blob USD, Blob евро, а также остальные привычные нам фиатные валюты, но также и драгоценные металлы, как, например, Blob Silver, Blob Gold, а также драгоценные камни, Blob Diamond. Идея довольно проста. Если вы посмотрите на график определенного стейблкоина на CoinMarketCap, то вы убедитесь, что даже стейблкоины не настолько стабильны, насколько об этом заявляют их разработчики, и они имеют определенную, хоть и очень маленькую, но волатильность. Blob, так как Blob состоит из сразу нескольких популярных и менее волатильных стейблкоинов, то разница их курсов будет гасить друг друга, тем самым делая Blob максимально стабильным и неволатильным активом. Также вместе с Blob'ом будет циркулировать утилити токен, который называется Flow. Его суть состоит в том, что пользователи сами будут определять, какие стейблкоины должны быть в данный момент в этой корзине путем голосования и использованием токенов Flow. Также токены Flow будут служить как комиссии за транзакцию внутри сети. То есть, чтобы отослать определенный стейблкоин, то есть определенный Blob, нужно будет заплатить комиссию в Flow токенах. В начале 2020 года BlobFlow планирует запустить свой собственный токен сейл, а также запустить мейннет, в котором будут доступны такие блобы, как Blob USD, Blob Euro, Blob Gold, Blob Silver. Токен метрики проекта довольно просты, но в то же время интересны. Давайте посмотрим, как будет распределяться total supply проекта BlobFlow. 5% будет определено адвайзером, 15% команде, на маркетинг и баунти будет выделено 10%, на комьюнити и внешние связи 5%, на pre-ICO и public sale будет выделено 40%, остальные 25% будет выделено на разработку проекта, а также на разработчиков. Собранные средства команда BlobFlow планирует использовать на разработку, а также улучшение продуктов BlobFlow и его платформы, а также на разработку новых функций, которые впоследствии помогут увеличить стоимость токена Flow. Если вы хотите узнать больше о данном проекте, переходите по ссылкам, которые я оставлю ниже, читайте White Paper, подписывайтесь на группу Telegram и задавайте там свои вопросы. На сегодня все. Всем пока.